Сзади, голова, блядь, сзади, сзади, сука, прыгай на него! Прыгай на него, прыгай, прыгай! Не могу! Не могу, я использую! Помогаю, помогаю, помогаю! Пришлось, бери! Еее, перезаряжаюсь! Там хойер, хойер, Питер, хойер, 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 Питер! Блядь, сука, он подсел наверх! Всем привет, ребята, с вами братуха! Вау, вау, вау! Это обновление у нас обновилось, какое-то интересное. И что же будет, я не знаю. Привет, ребята, всем привет. Что же нас ждет? Я ни разу не заходил в игру сегодня, просто много народу писало, спойлер, блять, короче, ну вы поняли. Даже Мангуст и тот не удержался. Оу, нифига себе, 300 тысяч золота дали. У-ху! Круто, нихуя себе. Че, серьезно, что ли? Привет, ребята, привет. 300 тысяч золота дали. Да ладно, нихрена. Прикинь, у нас на связи еще ребята подпукивают там на заднем фоне Мангуст. Привет, Мангуст. Привет. От старых штипов. Мне не дали 300 ключей этих голды. А сколько тебе дали, Мангуст? Мне только 1000 ключей и серу дали. Печально, ну, это из поставок вообще. Только, и да, печально очень. Обалдеть, ребята. Короче, дали 300, давайте сразу увидим. Привет, ребят, привет. 300 дали ключ этих, как их, токенов. Давайте по порядку. Что у нас? Поставки возьмем. Ура, пришли поставки с Фейсбука. Аллилуйя. Действительно классно. Жаль, ребята, что я нахожусь в Лиге Чемпионов, а я, в принципе, заебись, я живу. Да, у меня же нормальные призы сейчас будут, смотри. За одну поставочку дают 50 ключиков. Умножаем, будет 1000 ключей, да? Точно? Вот я, да ну нафиг. Давайте принимаем, что нам дают 20 поставок. 1000 ключей и 1200 серебра, ой, 1 220 000 серебра. Привет, ребят, привет. Есть инфа про призы, я не знаю, Олег, сейчас смотрим. Вот первый раз зашел с работы, с ребенком погулял. 1000 ключей дали, приятно. Привет. Что теперь у нас опять тут сообщение? Новая стычка доступна. Сражайся на заранее подготовленных ангарах с другими игроками. Бои в режиме стычка не влияют на рейтинг. Обратите внимание, что режим доступен только игрокам 15 уровня и выше. Новый режим доступен ограниченное время. Поторопись поучаствовать. А потом его отключат, ребята. О, какая фигня. Нажать кнопку подробнее или начать бой? В принципе, ну его нафиг. Давайте что нового. Как странно. Не новость. Новость не на первом месте, а на последнем. Ну давайте посмотрим, обновится ли эта новость опять. А, вот видите. Канал Гликмана, меч командора, да? На первом месте, потом что нового будет в 3.8, а потом новая стычка. Короче, она не самая главная новость. Печально. Привет, Вата. Привет, Суровый. Привет, Дмитрий, Том Стэнли. Привет, Акула ТВ. Привет, Миха Архангель. Всех, кого знаю, старичков. У всех здорово-здорово. Что дальше, ребята, идем. Суровый, поздравляю с возвращением домой. Суровый был в ссылке в Москве, теперь он в Сибири. Четверо суток ехал, приставал к бабам. Молчу, так, давайте. Да, прикинь, Мангуст, ты, кстати, не женатый, да, вроде? Нет, женатый. А, ты женатый? Да, увы. Я просто думал тебя с Ватой познакомить, он как бы тоже не женатый. Нет, я женатый. Говори погромче, тебя не слышно. Извини, я просто в бою сейчас выйду. А, ну все, короче, ладно, не буду тебя. Сейчас я чуть-чуть отвлекаюсь. Да все, понял. Вата, не тупи, ёпты, мне 1000 ключей дали, 20 поставок, надо на Фейсбуке находиться. Помнишь меня, Анонимус Ютубус? Помню, слава богу, что ты не... Нет, не Анонимус. Не Ананис, да. Привет, Олег Кудря. Вата, здорово, Вася. Я пока в чат с вами общаюсь, ребятухи. Всем привет. Высвободим бурю. Давайте высвободим бурю! Снимем штаны, нагнемся вперед и пукнем! Высвободим бурю, сделаем брыщ коричневый на стене. Да, высвободим. Удачи. Не-не, я пошутил, вы что? А, что, не хочешь крутить? А, я крутить-то буду, я имею в виду, что ты говоришь удачи типа на стену. Представляешь, мне вебку тут поставить? У меня... Да, не. Привет, ребят, привет. Вперед, ребят, что там, крутить будем? Будем, 300 тысяч, обращаем внимание. О, давайте посмотрим, их же можно купить. Почему тысячи? У нас то какой-то там дефолт или что-то в этом роде у нас. Почему 300 тысяч? Почему не 3 тысячи? Не 30 тысяч, почему 300 тысяч? Откуда вообще такие, блядь, заоблачные цифры? У нас в миллионах только серебро. Еще, ключи в этих, как их, токены будут в миллионах, что ли? Привет, Маляр, привет, Юрт Артур. Привет, ребята. Акула, ты просто новенький. 300 тысяч, ну давайте посмотрим, сколько продается. 2 миллиона! За 7 тысяч рублей 2 миллиона! Ни хрена, за 3,5 косаря миллион токенов. И так, дешево, 180 тысяч за 700. Ну это совсем для бомжей. Давайте посмотрим, что у нас тут. Шторм, окей. Я надеюсь, бесплатная будет. Бесплатная, дай бесплатную. Бесплатно? Первая бесплатно. Первая бесплатно. Ребята, как, напишите мне, как слышно моего собеседника. Крутани 50 сундуков по 10 ключей. Русский танкист, иди в жопу. Нет, такие крутые, бля. Иди крутани, братуха, я на суперигру собираю. 99 тысяч дали токенов, потому что вы слабенькие новенькие. Как слышно? Тихо слышно? Окей, ребят, сейчас подключим. Сейчас включу, активирую Мангуста. Где у нас там Мангуст? Сделаем погромче. Мангуст, говори, раз, два, три. Раз, два, три.
Бля! Говори, раз, два, три. А как теперь слышно, ребят, его? Нормально. Не крути шторма. Давайте крутанем бесплатно, как обычно, в правом верх. 300 деталей шторма! Я прямо в шоке! 600! Ни хрена, вот это цены! Так. Да, ты подожди еще чуть-чуть. Да, только знаешь, как бы, что я могу выиграть? 10 ключей, 15 ключей? Да, ребят, не хочу я шторма крутить, ну его нахер. У нас есть каечь, его давайте попробуем, может, каечь крутанем. Ну что ж, ребята, давайте! Кто это в ладоши там бьет? Типа, как бы, может, чат уменьшить? Возьми каечь, норм, 5500 роллы только что выиграл. Нормальный чат, ребят, всем видно чат, никому не мешает чат. Просто могу его нахуй отрубить. Так, чат не мешает никому? Чат, вот там чат, который. Хуеча, крути, все. Нормально. Чат не мешает, норм, да? Нормально, могу уменьшить. Нормально. Там просто я хочу, чтобы все вы видели то, что пишете. Всю вашу хрень, которую вы пишете, вы видите там. Прямо вот не тут, а там. Бля. Я не знаю, может, приятно так кому. Крути пилять. Сергей Минин, сейчас пойдешь у меня, знаешь, куда? Ага, вот туда, в баню. Мыться. Все норм, братуха, я голду выиграл с первого раза. Да, круто. Чат, норм, чат. Окей, поехали. Выбираем самое ненужное барахло. Справа, снизу, мы привыкли к этому, что говно внизу, справа. Ну, давайте, 2800 у меня деталей, возможно, выиграем хаечи, хрен знает. Вообще, напишите мне, хватит мне 300 тысяч этих токенов на то, чтобы выиграть хаечи. Вот мне напишите. Я могу так сказать. Ну, ладно, хорошо, мангуст. Ладно, давайте мангуста тоже подключать к нашему разговору. Мангуст. Хватит, нет? Не хватит. Не хватит? Нет. Пиздец. А смысл тогда с этих 300 тысяч? Ну, поэтому игра. А ты посмотрел, сколько стоит купить токены? Да, посмотрел, 7, да. Там миллион, да, смотрел, миллион. Миллион. Да, 3,5 тысячи. 7 тысяч, 2 миллиона. Ну ладно, ребят, давайте покрутим. Не хватит, ребята пишут. Да. Нет, не хватит, господи, блин, реально. 50 ключей, ребят, здорово, круто. 3600 сразу нам придут. Я думаю, на газ-то, может, хватило бы, да? А вот на... На хаечи не хватит. А может, какую-нибудь пушку там докрутим? Да ладно, давайте, поехали. Хаечи хочу в ангар. 200 тысяч серебра дали. Здорово! Давайте пишите, что нам выпадет. Вот 4 приза. Давайте, 4 приза. Подключаем народ. Народ, давай, булки. 2,5 миллиона надо, пишет Наталья Комарова. 2,5 миллиона надо. Нифига себе, сколько надо. Это, короче, не хватит. Мне даже на 4 ящика жетонов не хватит. Вот на этих. Охренеть. Ну давайте, крутанем еще раз. Примерно 3 ляма. Вот кто-то... Вата пишет. 3 ляма надо. Да Вата он тупой. Че его слушно? Вата тупая. Привет, хулиганка. Вот 400 золота пишет Макс. Макс пишет 400 золота. Леха пишет 400 золота. Копи, говорит, токены. Куда их копить? Вы что, совсем, что ли? Хаечи, хороший же робот. Давайте, ребят, 11 тысяч потратим. 25 ключей. Не угадали. 400 голды. Губу раскатили. Не, вот они. Да, пацаны. Голда будет. Сейчас? Сейчас 30 тысяч. А почему токены не дают? Вот было бы тут токенов там миллион. Было бы здорово вообще как бы. Да, вместо миллиона серебра бы, да? Да, просто реально вместо миллиона серебра миллион токенов был бы. Чего сейчас говорят, 400 токенов. Да хоть 500 тысяч. Ребята, 400 токенов. Ну все, давай, крутим. Мангус, ты что говоришь, 400 токенов? Нет, я говорю, сейчас золото будет. Ты говоришь 400 голды, да? Да, 400 голды. А я говорю, 200 ключей хаечи будет. Угу. Мне 300 тысяч, ребята, дали. Крутим. Открываем. 200! Я выиграл. Давай, с тебя миллион токенов. Сейчас. Переводи давай на мою книжку. 200 хаечи. Да, 200 хаечи выпало. Главный приз в ивенте. Да, до ивента дойдем, ребята. 62 тысячи, обалдеть, блядь. Я серьезно говорю, что не хватит. На 2 штуки только. Токены вместо голды в сундуке за 10 часто падают. Привет, братуха, скажи, как ты играешь через мышку? Беру мышку, открываю у нее отсек с батарейками, вставляю туда кожаную флейту и... Поехали, 62. Что у нас выпадет? Мангуст? Хаечи. 1500 хаечи выпадет? Да. Так, ребята, вы что думаете, что выпадет? 120 тысяч мне уже говорят. Ну, давайте. Да. Ребята, в чат пишем, что выпадет. Не, ну реально кто-нибудь угадает хоть? Миллион серебра. Миллион серебра пишут, обалдеть. Том Стэнли говорит, сосиски выпадут. Том Стэнли, сходи на кухню, поешь. Жрать хочет, походу. 800 голды кто-то написал. Леха. А, да, 800 голды есть. 400 голды. Миллион сера. 400, миллион. Обалдеть. Короче, голда и сера. Короче, все, только я один хаечи сказал, да? Да, все, крутим. Да. Мангуст выиграл, смотрите. 1500 хаечи! Вот это заебок, вот это мне нравится. Нормально. Ну что, думаю, больше не будем тратить, да? Может, на какой-нибудь другого робота оставим? Стопудово нам не хватит. Давайте, может, оставим, ребята. Потому что сейчас выпадет миллион серебра, и долго локти кусать будем. Окей? Ребят, давайте, пожалуйста, вот, да, вот, вижу, Федор написал, да. Давайте, ребят, только по-нормальному. Я тоже согласен. Мангуст, как считаешь, тоже, да? Тоже, но можно на халяву выиграть золото. Да, ну, это золото лучше действительно на каком-нибудь другом боте.
Дальше 400. Ну, давай, в принципе, тоже идея. Ну вот, смотри, например, какие у меня там, давайте сейчас быстренько зайдем давай, в хранилище. Давай, там осталось. Хранилище у меня, ребят, я хочу драгуна. Драгуна можно, драгуна можно повесить на этот, на, блин, как его? На инквизитора. Одну драгуну? На инквизитора можно повесить, да, вот, с таранами. Потому что, и можно одним драгуном еще на расстоянии кого-то пошпилить, а потом тараны подключать. Ну, я думал, на инквизитора можно два скоржа и драгун. Будут три пухи, 600 метров дистанция. Бля, здорово. Два коржа и драгун. Зашибись. Да. Да, можно. Можно. Ну, а дальше уже ничего не будем выигрывать, ну его нафиг. Вот, вот, ребят, давайте попробую на драгуне. Вот будет драгун, тогда драгун будем крутить. А, скоржи у меня всего 2, 6 тысяч не хватает до третьего скоржа. Ну, остальное все, короче, на драгуне останавливаюсь я лично. Обнови призы, может быть. Какие призы, ребят? 250. Я, понимаете, если бы, например, мне бы, например, ну, если говорить такими словами, разработчики бы дали бы эти токены, я бы крутанул бы, посмотрел бы, что к чему. Но, видите, не судьба, жалко. Дальше по скидочкам у нас. Не хотят они. Да, они не хотят. Считают меня каким-то таким, не знаю, грязным, что ли, или больным. Типа, чумой я болею. Привет, Илья Воробоц. Привет, ребята, привет. Обратите внимание. День рождения Воробоца. Держи победу в двух боях. Так, давайте задание посмотрим. Задания не изменились. Так, бонусное задание. Одержи победу в двух боях два раза. И что получим? 10 тысяч токенов, да? Один день, 16 часов. Это, ребят, я так понимаю, ивент. Я так понимаю. Новый ивент. За два дня тебе дают задание выполнить. Да? Всего одно задание. Одно задание на два дня. Угу. Да. А если выполняешь сразу, обновляется? Или оно... Нет? Нет, я уже прошел, ничего, сказали, приди завтра. Пиздец. Было бы здорово, если бы оно обновилось бы, ребят, действительно. Обновилось бы, да, ништяк было бы. Вот ты, да, сделал, и оно обновилось, и два дня, короче, висит. А в этом случае, ну, там еще потом, может, просто не успела сделать, типа, задание, оно сгорело, к примеру, и откатилось обратно на другое задание. А я успел сделать, идешь вперед, например, вот как-то так бы сделали бы. Ну, по-интересному. Ну, не знаю, возможно, всякое. Задание, я понял, две победы совершить, да? Две победы. Что еще у нас добавили? Все в чате пишут. О, господи, блин. Так. Когда бой у нас с тобой будет, спрашивают. Бой какой, ребята? Пробежал. Угу. Бой, братуха, бабуха. Днюха, говно, для людей ничего путного не сделали. Ребята пишут, комментарии, что ничего не сделали. Ничего не сделали. Ну что. Кстати, за рекламу теперь токены добавили. За рекламу теперь токены будут сыпать, да? За это, бронзовый сундук крутишь, допустим, за 10. Да, давайте прокрутим 8 бронзовых сундуков. Давайте мне прокрутим 4 бронзовых сундука и один за 100. Иди в режим против всех. Ребят, сходим сейчас, подождите. Интересно, вижу, там... за тысячу тоже дают токены или там нету этих? Не знаю. Может, спросишь у людей, кто-то крутил за 1000? Ребята, кто крутил за 1000, пишите. Сейчас духой народ напишет и не поймешь, кому верить. Ребят, ну, надо драгуна сначала выиграть. Ну, короче, ерунда выпадает, смотрите, 5 голды. Да, но я вижу, вот что листает из призов, это Гаррет Сталкер 500. Ну, выпадает по 500, можно копить, миллион накопить, короче. Я так понимаю. А потом какую-нибудь пушку пошел и сразу резко взял. Вот это здорово. Вот смотри, если ты токены копишь, а потом пошел там, например, там миллион-два токенов набрал за месяц, пошел, бах, влил их в какую-нибудь эту рояль и выиграл бота. Ну, это за месяц. Давайте, за 100. 2000 драгун взял. У тебя микрофон какой-то фуфловый. Наверное, пальцем, да, пальцем зажимаешь. Ну, давай. Сейчас наушники поставлю. Давайте, ребята, посмотрим. Да. Коржик, 250 арбалетов за 100 выпало. Печально. 1000 раз, 2000 хелбой. За 10, что у нас типа там за 10 падает? Я не увидел токены, кстати, за 100. 7 голды. Ну, значит, нету их. Ладно, все, не трать. Да ладно, там 10 ключей, я же говорил, 40-40. 40, давай. 850, смотри, неплохо. Там 1250 справа. Можно токенов подкопить-то, можно. Если, например, мне по 1000 токенов будет падать, но не так часто, а, например, сколько там у меня 2000 ключей, да? Это сколько, значит, 200 раз я могу прокрутить. Например, из них 100 раз выпадет по 750. Это будет сколько? 750 тысяч. 750 тысяч токенов будет. И как раз на хаяче, возможно. И возможно? Одну из, двух из одной части хватит. Да, и возможно хватит на... Не, ну там говорят... Ну, еще так удача попрет. А знаешь, я думаю, ребят, как вы считаете, если взять, например, копить ключи, там будет какой-то ивент, там 2-3 дня оставаться, выпадает, например, робот Хаечи, мы, например, в рояле, сразу кидаю ключи по 500, открываем
открываем 50 по 500, шкала двигается к суперигре, а мы двигаемся к 2 миллионам токенам, идем и выигрываем Хаечи. Круто. Я вот, ну, да, планирую уже на будущее так, типа, сделать. И зато Хаечи есть. Да, кто бы... Да, и можно Хаечи выбрать, потому что я бы Хаечи поставил бы вместо Фуры. Я бы Спектр поставил бы, но, к сожалению, Хаечи. Ну что ж, давайте посмотрим, у нас... Красиво, это какой цвет? Я как бы дальтоник, мне из-за этого права не дают. Это... Фиолетовый. Фиолетовый? Понятно, ребят. Никитосову привет передаю. Братуха, как тебе дали 40 поставок? Не 40, а 20. В Фейсбуке, ребята, новости читать надо, да. Здравствуйте, Шахид. В общем, стычка, да? А во взводе есть стычка? Да не надо меня приглашать. Чего вы тупите-то, ребят? Создать взвод. Окей, нажимаем в бой. Ага. Режим против всех написано недоступен, а стычку не добавили. Какая-то печальная хрень. Да, стычку и то на там, 2 дня, что ли, вывели. Да? Да, 2 дня. Да. Ну что ж, давайте в стычку сходим. Сегодня 2 Зевса выпало за 100 ключей, поставил на коржа, теперь шпили вилю таких, как братуха. Вадим. Нормально. Ох, ё-моё, никуня. Это у нас, значит, ангар, который предлагают нам разработчики, да? Да, стычка. Окей, это стычка. 146 тысяч, это 12-го левела? Нет, не 12-го. Нет, боты 10-го левела, и походу пухи тоже 10-го. 10-й левел, да, ребята? А почему делать 10-й, а не 12-й? В чем смысл? Чем они это оправдывают вообще? Объясняют. А режим случайный, я так понимаю, да? Ну да, режим и царь горы выпадает, и этот... Любой. Короче, такой же, любой, да. Но понятно. В чем прикол-то есть на этих ботах. Ну понятно, короче, боты, это как... Это как типа этот... Мы играем в частном бою, да, ребят? Угу. Макс, привет, да. Нормально дела, не родила пока. Топтышки нахуй. Опа, Топтышкина прилетела. Маячок парнишка отбирает. Один, а мы так и стоим, очкуем в бой идти. Вот у нас рогатка. Давай. Да, рогатки шпилят здесь. Блин, ребят, вот это жопа. Вот, смотрите, лунная грёбаная походка. Одного убили. Ну, рогатки-то у людей будут кончаться, логично. Да. Так. Значит, у нас сейчас КД откатеживается, и мы летим. А куда летим, не знаю. Ну, давайте вперед. Летим, ребят, вперед. Полетели. Столько преграды, да, сделали? Заметил, брату? Не видел как пока. Как бы, ну, преград много, где можно спрятаться, как бы она и мешает одновременно. А, это да. В смысле, да, по самой карте. Цепляешься за все. Как бы убегаешь, цепляешься. И как бы есть момент спрятаться. Да. Ух, у меня главное кастрюля, а это, в принципе, как вариант, ребят. Ох, как скоржи шпилят тебя. Термиты бомбят. Так, Топтышкин у нас в инвизе. Рогатка вообще там обозурилась. Да, я говорю, они стоят, дистанцию держат. Получается, здесь только один рогатка на дистанции играет. Да. Остальные все ближний бой. Бей вон левого. Плохо, что арканы. Ох, ё, не дают они, смотри. Не дают маяк даже отобрать. Окей, возьмем плазму. Скажи токены навсегда. Откуда я, ребят, знаю про токены? Не знаю я, если... Ну, мне кажется, навсегда, какой смысл заморачиваться. Мне кажется, все делается разработчиками на века. Главное, чтобы ты вливал бабло, а там уже не важно. Привет, рояль за токены. Ребята, Богдан, Заика, я уже крутил за токены, рояль. Перематывайте, смотрите. У меня, видимо, диктофон включен на стриме. И также в Бурундуке перезалью. Может, кому интересно будет пересмотреть, там меньше будет времени потрачено. Топтышкин прыгает. Давайте дистанцию чуть. Опять этот лунная походка. Очень меня бесит она. Это лунная походка. Не, реально бесит вообще. Да. На компе вот это вот, на компе. Да. Давайте, опа, слили. Отлично. Нет, не попадешь. А, попал, есть, убил. Бля, это рогатка. Перезаряжаемся. Опа, у нас кто-то тут грифончик страдает. Веселый такой режим, я бы сказал бы. Но это такая карта пока еще, ребят. Давайте режим перезарядки включим. Так, перезаряжаемся. Братуха со мной так и не поздоровался. Привет, Матвей Матвеев. Правда, понимаешь, как бы нас смотрят 240 человек. Ты, блин, как бы вот не один такой. Вас очень много. Ну, отлично чувствует себя вот этот робот. Грифон. Ну, 4 пухи как. Да, вчера крутил сундуки за рекламу, 3 штуки, итог 2 аркана. Да ладно, Данил Гуляев, я поздравляю тебя, чувак. Круто. Арканы выпадали. Арканы, за рекламу тоже выпадает аркана. Да, согласен. Ребята, еще хочу сказать, что режим вроде ничего такой. Нет, мне не понравился, братух.
Вот я в инвизе типа нахожусь, да? Вот эта печать, сейчас умру просто так. Обалдеть, ребят, просто так умираю. Да, что-то я про топтышку вообще не понял, как в дуплить играть. Окей, возьмем рогатку на скоржах. Ура, браток, спасибо, твой голос как божий дар с яичницей, да-да-да. Кто там шепотом? Да, это я. Ты там жене, типа, как ты, брат, рад тебя видеть. Привет, Димас Карабас. Опа, и возьмем в автоприцел. Странно, я взял его в автоприцел, а ну да, логично. Он же топтышкин, он же в инвизе. Нихуя мне прилетело! Да, нормально прилетело. Клон, топтышку бей. Все, лови. Да все, Пойма. Плюха. Да пиздец. Ребят, что-то как странно, моя команда посливалась. Оставить. Вообще жесть. Ивент, ребят, да. Нормальный ивент. Только как можно вообще спрашивать по поводу ивента? Вот это непонятно. Дело... Я думаю, ты должен знать все. Нет, ну как тебе ивент? Там одно задание. Приз 10 тысяч серебра. Ой. И это весь ивент. Да, и все, короче, меня слили, ну его нахуй, пойдемте еще раз играть. В этой тупой карте нас быстро укокохали. Быстро, реально, как-то быстро уебашили просто. Ну давайте еще разок сходим. Пока еще не надрочился, первый бой. Привет, братушка, как тебе новый режим, как тебе эти сборки? Да, в принципе, надо поиграть по опять, блядь, превосходство, эта карта. Ребята, можно сыграть, только сейчас я в новом режиме играю. Что за режим взять-то, блядь, давайте грифон возьмем. Опять эта карта, опять это место. Жуть, братуха, примешь в клан одна золотая. Нет, не приму, ребят. В клан принимаю только за бабло. Места нет. Братуха, гоу, режим против всех. Гоу, гоу, режим против всех, гоу. Сегодня вышел видеоролик, и мы два раза попали с мангустом в бой. Второй раз на Имантау мы потерпели поражение. Я вам хочу сказать... Да. Что? Не, давай ты говори. Хочу сказать вам маленький спойлер, что будет еще и третий бой. Там мы вообще втроем попали случайно. Просто пиздец. И там реально нас бомбило просто. Там веселуха будет, так что ждите завтрашнего дня, это будет завтра. Сейчас мне с командой повезло, мы идем вперед, как видите, я еще никуда, блядь, не дошел. Пиздец, блядь. Ни в кого не выстрелил. Ни хера он скалолаз, блядь. Ну, тем хуже для него. И никого не убил. Тебе жертва пришла. Да как пришла-то? Блин, вообще же голяк какой-то. Народ то ли выходит, то ли что, я не понимаю. Отпрыгивает рогатка. А походу просто многим вот эта карта не нравится. Уходят из этой карты специально, типа. Да, да. Но я тоже в эту карту не играю вообще. Ну мне, да, не нравится она. Ближний бой, в принципе, но боты нужны быть сильные для ближнего боя. Для ближнего, и тут столько лазеек снизу, сверху, столько этих. Да. Сейчас работали магнумы мои. Собираюсь работать сейчас арканами-таранами. Отлично. И вот там рогатка просто приохуела вообще. Убил ее нахуй. Отлично. Инквизитор на орках не тащит серона, да? Заметил? Да, потому что орки... давайте перезарядимся, да. Орки, они, ребята, к сожалению... уебался головой. Ну, он, в принципе... Орки, ребята, они печальные тем, что долго заряжаются. Вот. Тараны, они 5 секунд и готов опять наносить максимальный дамаг. А орки, они, увы. Братуха, можно с тобой. Можно Машку-заляшку. Когда видосик про двобой мангуста. Двобой мангуста. Мангуст, шестой бой, имеете в виду, да? Шестой бой. Ну, кто его вызовет на... Сейчас пока кто там тренируется? Тренируется Калямба вроде, тренируется. Калямба, ты вчера тренировался. Калямба что-то гонял, что-то тоже с нами. Вот, он вчера тренировался в режиме, вот, на ангаре пиксов, они вчера играли. И... Просто Калямба с весовой категорией не совпадает, он жирный оказался. Он так худеет немножко, тренируется. В смысле худеет? Бегает. Вес гоняет. Понятно. Братуха его не посчитал, он сказал, ты слишком весовый. Отправил его в спортзал. Понятно. Да, такая вот была шутка интересная. Ну что ж, давайте прыгать. Бля, да что ж такое-то? Конечно, вообще. Орки не тащат. Орки, да, ребят, вообще реально. Опа. Ну сейчас он меня съест. Бесполезный инквизитор на орках, на этой карте абсолютно. Давайте возьмем Топтышкина. Топтышкин, кстати, на интересной сборке, я сказал бы, он на афидах 350 расстояния и должен прятаться, и бах, топтыжить. Это как-то странно. Топтышкин — это арканы, тандер, и вперед топтыжить и добивать. Братуха, на карте корабль ты появился, просто идешь на вперед, а в сторонку делаешь прыжок, за борт увидишь. Я знаю, там умираешь, ребята, за бортом. Ну это для тех, кто хочет слиться. Да, для, кстати. Бесплатный способ. 5 ботов. Не надо ждать полторы минуты. Обратите внимание, два игрока, мы справа не досчитали. Один внизу, в нашей команде вообще ушел. Кролик.
бедный кролик набил. Ну, короче, дамага набили просто зашибетски. Нормально, весело. Можно. И награды мне интересно. 102 тысячи серебра дали. Пипец. 102 тысячи серебра. То есть тратить время на 102 тысячи серебра? Какой вообще смысл в этом режиме? Это режим сделан в виде тестирования бесплатного, внеочередного. Не надо скачивать тест-сервер, да? Просто... Да, я просто зашел, просто на удовольствие поиграл на пиксельских ангарах и все. Угу. Просто это такое вообще как будто разнообразие просто какое-то велить. Да, но мне уже как бы не хочется в это разнообразие идти играть, потому что я там не получу серебра, не получу голды, ключей. Смысл там играть? Нет, ну может тест-сервер, давайте еще раз попробуем сыграть. Типа как тестируют этот режим, возможно там потом и добавят призы какие-то. Ну, наверное, это если добавят только через 2 дня. Видишь там? Возможно. И вот смертельная битва. В смертельной битве давайте возьмем топтышку. Еще возможно такой вариант, ребята, быть, что нам дают возможность побегать на новых ботах, чтобы мы облизались и купили этих новых ботов. Из новых ботов я бы только топтышку взял бы отсюда. Вот так мы впендюрили в рогатку. Топтышка прыгает. Ой, на чем? Да. О, иди сюда, братан. О, давай, 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 давай. А, черт. Есть. Корабелом, шеламбелом. Нормально. Мимо. Топтышкин. Ох, мимо. Опа. Прям Топтышкин как чувствовал, ребятка. Получил Топтышкин. Отлично. Топтышкин прыгает. О, классно. Мы прыгаем на топтышку, даем плюху одному другому, падаем. Топтышку не затоптыжили, к сожалению. Кидаем хотя бы в этого топтышку, давайте. Отлично. Нас тоже не затоптыжили. Вот это бои! Вот это уже реально веселуха пошла. Давайте будем уходить. Он-то стоит как бы. А мы двигаемся. О-о-о! Давайте затоптыжим. Эй, гандёныш! Вообще жесть! У нас тут Топтышкин приохуевший. Окей, на плюшку. А? Топтышкин-то, ребята, смотрите, нехилый бот. Но это, опять же, в топке его порвут нахер. Давайте рогатку сейчас встретим. Опа, чуть-чуть рогатке повезло. У нас тут будет сейчас Топтык, смотрите, ребята. Топтык! И добивание! Бинч! Ахахахахаха! Топтышка крутой робот, ребята! Здорово! Блять, рогатка-то задолбала нахуй. Давайте плюху ей дадим. Ах, черт, живучая будет. Гадёныша. Кусок, окей. У меня Децл видос оставит от твоего голоса. Давай, опа, что ты говоришь? Рогаточки дали. Я говорю, видос, говорю, чуть отстает от твоего голоса. В смысле, на стриме? Да, на пару секунд. В смысле? Да не может быть такого. Не знаю. Я не серьезно. Вот сейчас ты рогатку стрельнул. Сейчас тебя шкипят. Ты прыгнул? Нет, правильно? Ну, это, ты, блин, это вообще всегда так, да, ты чё? Конечно. Ну, меня поконтузили, пока я тут постоял, посмотрел за состоянием стрима. Давайте, пора менять бота, идем в гущу событий, и делаем топтык, нахуй, ребят. Бах, отлично. И сейчас будет печально, смотрите. Братуха умирает. Дробаши его съедают, да-да-да, чё ты убить не можешь, дурак? Вот дурачок вообще какой-то, упа, бился-бился об мою грудь и разбился. Вот это у меня грудь! Вот это тички! А ну, получай плюшку! Бау! Боятся меня, смотри! Кто еще там хочет? Получай плюхана! Оп-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ! Готов топтыжить? Вперед! На смерть! Ой, блядь! Давайте возьмем спектра на дробашах. Прыгать так прыгать, вперед. 15-14, смертельная битва. Нужен робот-конструктор, чтобы можно было собрать из разных частей одна нога хаечи. Ребят, будет вам новая робота, которая медики, шлепедики. А вот смотрите, у нас сейчас... Парнишка один, надо было, блядь, наоборот, к нему подходить, а я дурак. Ну ладно, бывает. Дробаши хуячат. Так, заряжаются дробашики. Подходим вплотную к парню. Не получается подойти. Получается сейчас подойдем, подождите. Ну, бля, нихера, он как быстро лопается-то! ХП-то мало! Братуха, когда мы... Спектр вообще ХП, не знаю. Да, спектр вообще слабенький. Кстати, надо было посмотреть, сколько у него ХП. Я не знаю, ребят, когда добавят мастерскую... честно говоря, вообще жесть, не знаю. У тебя левый спектр ходит. Я знаю, я уже в него пострелял. Зашпиливаем сейчас не в того парня, теперь в спектра. Прыгает куда-то спектр, перезаряжает сторону. Ой, сколько прыгунов-то! Это просто жесть, ребят, прыгуны на прыгунах. Куда ни плюнь, везде прыгун.
Давай, блин. Никак не может, смотрите, упасть парень. В инвизе застрял. А, инвиз, да, и спектр тоже так получается. Где-то зависаешь? Обалдеть, так это ж можно, это да, ж можно постоянно дамаг инвиз наносить. В режиме вечный этот. Вечный инвиз. Но надо сесть грамотно. Да понятно, что дублкил, ребята. 22... Нет, живой режим на самом деле, ребятухи. Хаечина подписунов. Где там Хаечина подписунов? Братух, сыграй 5 хаечи для подписунов. А где я вам 5 хаечи-то найду? Такие люди вообще в Голливуде, я обалдею. Реально, такие смешные вообще подписаны. Сыграй, говорит. Ну, я же предлагаю, возьми мои две. Да, и добавь к твоим двум, да? И то не хватит. Да, не хватит. Спектр 9700 хп. 97 хп. Значит, спектр тоже 10 левела? Да, блядь. Да, у него 97 хп, он пишет, ребята. Честно говоря, спектр тут не очень тащит. Окей, давайте залезем на дырочку. На бочечку. Рогаточка занимает позицию, высоточку. И шпилишь. Да, и будем шпилить. Двое осталось. Ну, правда, дамага не ахти, ребят. Походу, пухи тоже, наверное, 10 левела. Я думаю, мы, возможно, даже и 8-го. Что-то как-то они не очень шпилят. Да, все возможно. В принципе, по ботам они, наверное, так и сделали. А то можно было тут с одним скоржом только и бегать. Да-да-да, ребят. Давайте перезарядимся. Маляра, рэмпейдж! А за рэмпейдж ничего не идет, ребят. Братух, не умирай. 2 минуты. А нет, еще один появился у тебя, да? Вас двое против троих. Да он подставится сейчас, сука. Да, спектр вообще что-то. Это скоржи не жгут. Есть один, замучили одного. 27-26, о да, еще один появился, смотрите. О, выигрываем стопудово. Ну теперь мы сменили, вообще в атаку пошли, перезарядка, ребята. Да, 29-26, о, прикольно. Нормально таки, здорово. Здорово. В рэмпэч идет под лайк, а потом все. Фу-ху. Рогатка, видите, как бы далеко, ну, блин. Давайте максимально приблизимся. Ох, ёпта, убьет его, да? Блять. Все, 30 ботов. О, ребят, да, 30 ботов. Нормально. Да, бог войны, бог. Я дал. Я о, Кратос. Кратос, да. Кратос я. Кстати, у меня еще ВКонтакте там лайв идет, стрим. Я сделал, что у меня 2 стрима идет, ребята, ВКонтакте и на Ютубе. Так что на Ютубе. Все, кто ютубовские, а на ВК все, кто ВКшные. К сожалению, нет Фейсбука. Навальный 5-го... Блин. К сожалению, нет Фейсбука в этом, в рестриме. Сколько ты тут убил? 252 серы тебе дали за это. Да? 252... Да. Сейчас, секундочку. 250 серы? Что-то мало вообще дали. 252-563. Сейчас я просто голды на Фейсбук ссылочку закину. За плачки чести плюс 6. Здорово. Очки молит, чести молит, дали? Молит. Так, сейчас посмотрим. Да. I'm sorry, ребята, отвлекался. Очки чести дали. 6 очков чести, да, дали. И опыта дали. Серебра мало, 252 за миллион-то. Да. Как-то, да, 252 за миллион, ребят, маловато будет? Маловато, очень мало. Очень мало. Кстати, почему тут горит, есть вкладка во взводе, если во взводе играть нельзя? А с премом было бы 378, еще меньше. Короче, этот режим даже серебра не дает, чтобы тупо в него играли, радовались. Хотя бы серебра дали бы, ёпсель-мопсель. Да хоть одну голду бы дали. У тебя 0 голды. Чувак, я за одну голду тоже как бы не пошел бы в этот режим играть. Не, да все равно, хоть я вообще говорю. Сейчас я, ух, вообще пипец. Братух, хочешь кнопку перезарядки? Да у меня она есть, ребят. Буква R. Да, буква R по-английски. Буква R по-английски. Ну что, в какой режим сыграть, ребят? В новый режим? Может, какая-то карта другая будет? Или в старый режим? Говно режим пишет. В говно режим сыграть? А это какой? Нет, наверное, режим говно. Скорее всего. Ну да. Скорее всего. Ярик 24 рус пишет, волкары. Я тоже вижу, я чат читаю. Я на игру смотрю, на чат смотрю. Ребят пишут, да. А, это супер, хуйня режим. Давайте в стычку написали, в стычку. Картинки. Что? Пишет против всех. Да. В классику, говорят, поиграю. Вот смотрите, дальняя карта тоже вот. Каньон, режим превосходства. Какого робота, как вы думаете, надо выбирать?
Я думаю, наверное, надо грифона взять. Меня кто-то узнал? Наверное, нет. За маяками никто не бежит, да? Все блатные, все побежали вперед. Честно говоря, в этот режим я играть больше не буду. Вот на стриме подолбаюсь чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёлопалы-моталы, блин. Так и думал, что рогатули прибегут. Да тут смысла, наверное, за маяком бежать, если даже за миллион дают 200 серебра. Вот, вот, и я про это говорю, что... Тут только на удовольствие, чисто просто побегать там, пострелять кому-то. Так а кому хочется... Мангуст, а кому хочется тратить, например, целый вечер ради удовольствия и нихуя не получить? Кому-то надо серебра, понимаешь? Понятно. Чтобы такому, пушку... как я сейчас, допустим, да, чтобы... вообще сейчас кикос. Да, чтобы пушку качать. Уже весь матрас протрёт, блин, вообще нет ничего. Перезарядимся? Да. Килл. Кстати, братуха, а ты сколько киллов набивал? Потолок твой самый. Ну, 6 убийств подряд или 10 убийств подряд. Подряд? В этот режиме, что ли, в этом? Да, ну, против всех, да, в любом режиме. Вот сколько тебе смертей было? 4 человека, наверное, 4 человека. 4? Да. Мало, что-то. Ну, конечно, я не торопился. Блин, ну, кого ты сравниваешь? Скорджи, Шоктейр? Нет, ну что ты, у меня нет набойных пушек, да что ты мне так? Я же не говорю про себя. Ну, я же не про себя. Я просто на интерес спрашиваю, вообще. Сколько ты там делал? Да, думаешь, у меня тоже, думаешь, там 15, что ли, да, брось на елки? Да, там миллион поди. Да, там такой же придет, трахнет тебя и все. Да. Да ладно, прибедняться-то, Мангус. Да не, братан. Угу. Как есть, говорю. Ну, чеши, блядь, только кому хочешь, только не мне ее. Братуха, хочу, чтобы ты посоветовал мне, у меня есть кумихо. Я советую тебе, братан. Продать он... его. Да, что он хочет, я не понял. Посоветовать кумихо? Советую тебе кумихо, братан. Убил я кого-то, но давайте еще возьмем дальнего робота 350 метров. Которые более-менее так урона наносят. Вот веселые такие режимы, я хочу сказать, да. Мне кажется, или просто когда ты принудительно стреляешь топтышкиным, то дамага как-то больше выходит, нет? Тут такое ощущение, как будто классику да, чуть-чуть добавили с этими, с легкими новенькими ботами, как бы. Угу. Да, чуть старого по чуть-чуть, вот рогатку с грифоном. И 3 новых этих ботов. Топтышку с этого, и все. Понятно. Чтобы у всех урон был одинаковый. Сейчас будем прыгать. Что-то не вошло в рогатку. Да, я слишком как-то. Надо ждать, когда она прыгнет и когда будет приземляться. Будешь зато ждать. В меня нихуёво так вошло! Нихера себе! Убил. Продам дом, куплю ворота. Продам дом? Да вы что, офигели там уже заниматься продажей, купли-продажей, да. Мне за бой голду и серу не дали. Ребята, никому не дают за бой. Так что... В режиме стычка ничего не дают. По соплям дают вам. Ой, что это такое было? Дамага ни хрена не приходит. Вообще жесть какая-то. От этих скорджей. Надо было на этого бота что-то другие какие-то пухи одевать. Ой, какая была ошибка. На этого. Надо было арканы на него вешать. Да, на рогатку, Да, на рогатку. Тогда бы он был уже как бы более-менее живой. Повеселее бот. Да. Ох, поймали, смотри. Поймали. Поймали меня, да, ничего не поделаешь. Давайте дробаша возьмем. Нас тут насилуют, но боксим. Давайте издалека будем так маленько попукивать. Дамаг идет какой-то. Сейчас. Колечи на таранах. Мангус, привет. Поздравляйте. Привет. Матвей пишет. Да, Матвей. Привет, Матвей, да. Ну, на Хаечи, наверное, лучше орки, чем тараны. На Хаечи, да. Да, то вот спрашивает совет. Запчасти Хаечи. А советы у нас не бесплатные. Забыл поздороваться. Привет, ребята, привет. Помнишь меня, говорит. Буква А. Ну как тебя не забыть-то, буква А-то? Черт, прямо нас шпилит нахер, ребят. Братух, ты с кем сейчас базаришь? Сам собой. А, что за тип, в смысле? Это тот тип. Тот тип, тот самый тип. Это какой-то странный джиманджи. Да, я кому-то поиграть. Братух, тебя аккаунт спрашивают. Да в жопу. Угу. Догоню, добавлю. Догоню, ребята, добавлю. Пару вас в режимов. Дамаг не прошел, печально. Бля, рогатка. Короче, странно, мы проигрываем. Блин, 300 метров.
нанесли какой-то дамаг. Одну ракетку дали, какую-то беспонтовую. И заряжаем пухи, чтобы сразиться за титул чемпиона с Грифоном на плазме. Давай, Грифон на плазме. Убегает! Убегает! Мангу, да, есть говорят, у меня нет. Сборка, да, у меня есть сборка МК-2. Да, конечно, у него все есть. Он не да такой, нет, как братуха. Почему в задании клиента? Ну, это, наверное, уже разработчик. Денис, наверное, это уже все задавали этот вопрос. Мне? Ну, почему ивенты за один день, он спрашивает. Так, а я не знаю. Да, тут все задают этим вопросом. Кто же знает-то? Привет из Беларуси, братух. Да-да, спасибо, ребят. Сейчас, подождите, умру. Да, чуть-чуть осталось. Я буду свободен. Пора ковать. Это в меня шпилят сзади? Блин! Черт, у него перекадышечка будет быстрее будет, чем у меня-то. Братух, на что деньги собираешь? На все подряд. Прыжок, ребят, умираем. Отлично, убил. Оу, дабл килл. Ну что, побеждаем? Блин, он еще там кто-то там. Охренеть, сейчас будет прыгать. Блин, маяк, я один остался? А мы выиграем, нам похеру. Здорово. Поставьте. Мангуст, сейчас отключу тебя. Да. Все, не буду мешать. Я песню пою победную, а ты это, ты что там с поставками какие-то? Браток, что надо сделать, чтобы посылки пришли? Напиши Деду Морозу письмо. И к Новому году жди. Братуха, что ответь лучше? Хаечи на арканах или таранах, а ты ему поставить? А ты не думай, ставь и стреляй, играй. Что лучше, то лучше. Сам башку включи и подумай. Разные эпохи вообще. Братуха, сколько сами больше урона нанес? Сами? Куда сами? Сами? Это кто? Это женщина, мужчина? Сама. Что-то вот, ребят, такой режим, как-то вот не все, не буду в него играть. Вообще стычка, вообще жопа. Сколько? Миллион серебра заработал за весь вечер? Да ну! Ну, 150, 250, и сейчас сколько дали тебе? Не знаю, даже не смотрел, слушай, нет интереса даже смотреть. Ребят, не люблю я этот рыбалку абсолютно. Постоянно хожу и ничего не ловлю. Вот такие вот пироги. Хотя бы серебра дали. Угу. Какой режим ушел? А пока ни в какой, думаю. В какой бы режим уйти? Давай, против всех. Против всех? Один? Может, меня там встретишь. Да? Ты хочешь открыть карты? Нет, давай не будем. Давай в Азот, в обычный пойдем. Да нет, давай. Жду, приглас. Да, жду, говорит. Это я жду. А, все. Где ты там у меня? Вот такие вот, ребят, дела. О, мангуст. В общем, такой, блин, как сказать, и этот... Подожди, я ивента выполнил, нет? Наверное, нет, ты 3 боя сыграл, да? Надо... И один бой проиграл, наверное. Давайте сходим в бой, сейчас если выиграем в случайном режиме, то сходим посмотрим, забрал ли я ивент или нет. Природа, да, природа классная, рыбу надо ловить. Даже если рыбу не ловишь, просто надо сидеть там и пить водку. Смертельная битва. Да, привет, Шторм. Да, вижу, что смертельная битва, и сразу же предлагаю... людям взять фуру и постоять, нахуй, вместе со мной. Вот. Я думаю, фура — это вообще заебись. Самый такой путевый робот в этом режиме, блядь, на этой карте. Привет, как дела? Подскажи, сколько надо жетонов, чтобы взять в рояле хаечи? У меня всего 1500 хаечи. Я не знаю, сколько надо. Люди говорят миллион, говорят 2 миллиона. Я не знаю, сколько надо. Давайте. Ну, минимум, наверное, 3. Да, миллион. Для полной уверенности. Это жесть, да, ребята. На самом деле, вот. Я одного. Фуру никто не хочет брать, инквизитор живет почему-то до сих пор. Втроем тут-то? Не волнуйся. Кумихо справа! Убить надо, уничтожить. Куда-то бежит. Маяк захватит! Кумихо справа! Какой маяк? Мы против этого, смертельная битва, братан. Я знаю, я же шучу, блядь. А я тоже тут что-то не понял. Ищу маяк. Какой маяк? Ох, как быстро лопаются противники. У нас шок-трейн идет слева, Булка. Да-да, знаю. Блин, не успел стрельнуть. Одессит. Клан Рушки. Да, вообще похуй. Хоть пиздушки. Абсолютно. Ох ты, Зевс. Да. Я сматываюсь отсюда. Да, а ты вообще туда нахера пришел? Ну я там под низом бил, я же не заметил фуру. А надо замечать. Ох, на скоржах, нихера себе. Да, шпилит тебя он, не по-детски. Да пиздец, он опять отвернулся. Мне говорили шок-трейны там. А он на скоржах. На скоржах. Все, сейчас я его заберу. Давай, прыгай. Все, забрал я его. Блин! Жопа! Я думал, ты не того как бы забираешь. Нет, я сейчас и на него тоже иду. Он, да? Видишь, он, блядь, он перед... Это он, блин, на тебя он идет, а не ты на него. Он какой хитрый оказался. Сейчас он будет сбоку шпилить меня. Все, я проиграл здесь. Да, прыгнул, раз, два, готово.
Ну, это тебе тоже возьмем такое же. Скот же, да? Да, сейчас давай попробуем поштелиться. Опа, это что такое было? Зевсы. Понятно. Сейчас парень у нас на тулумбасах заберет эти зевсы. А Одессита справа забери, заебало на скоржах, блядь. Хоть бы пуху ему одну оторвать. Справа или слева? Слева, слева. Ну я иду к нему. Вот и иди к нему. Ну а потом в центре выйдет и меня чпокнет. Блин, там фура еще на тридентах. Он начинает шпилить меня. Так это уйди на левый фланг! Че ты, блядь, стоишь на центре? Я не на центре, я на левой стороне как раз. Да вижу я где ты. Я вижу, что ты пизды получаешь под мостом, блядь. Налево уйди! Ухожу. Давайте будем дамаг. Чтобы... Блин, да что за хрень-то? Забрал. Хуечи сраный. Зашпилил меня хуечи. Подпрыгнул и зашпилил. Фура, блядь, подставим ей. Наше плечо. 10-9. К сожалению, вот такая вот хуйня была. Вот шок-тренист у нас. Сейчас Одесситу попробуем влить. Угу, испугали. Давай, шпильте. Отлично. Это у нас кто такой? У меня 2 тарана осталось. Ой, 2 аркана, охренеть. Блять! Вот спецом, сука. Ладно. Тебя убивают там, да? Да. А ты за этим пошел, что ли? Ну, этот, как его, шок-тренист был. Ну, я сейчас хочу прыгнуть и забрать его. Ну, и нахуя ты робота потеряешь? Почему? Я-то в имени. Все, прячься. К тебе еще один идет. Прыгает к тебе. На Эмбере тоже. У меня гидрис стреляет. Меня больше гидрис беспокоит. Давай, выходи, чуть-чуть шпили его. Да куда выйти? У меня сейчас этот будет. Инвиз включится, прыжок. И все, заберем его. Все, забрали. Нормально, только меня вот здесь забрали, и ты подставился, блядь. А при чем здесь я? Ну ты прыгал ты ко мне, нахрена там-то? Братуха был на сборке булка на скоржах. Был, но... Не, я не играл. Может, играл, но мне не понравилось. Иди вот туда. И играл я, ребята, когда скоржи слабые были. Потом же скоржи апнули, я на скоржах не играл. А ты что не выходишь? 14-16, что? Ты что не выходишь? Куда выходишь? Что-то тебя не видать здесь. Я в бою, справа от тебя. Не иди вперед. А, все, вижу. Там хаечек, его забирают. Сейчас доберем его. Он почти там. О, черт! Сука, он на таранах. Мне показалось... 16-16, все нормально. Да, все. Оба, хаечи в центре. Оба. Да пускай. Его сожгут. Не сожгут. Он ушел вниз. Бля, этот гидрис задрал, а. Сейчас я попробую грифона взять. На абордаж. Вот этого, который я шпилю? Да. Блядь, помоги быстрей. Мелкий хуй бьет меня, и сейчас реально убьет. Вот, а вы говорите слабый бот. Нихуя себе слабый. Маленькое чудовище, блядь. Походу он меня тоже заберет. Да, походу он все. Друг друга забрали. Это нормально. Блин, я застрял носом, носопыркой застрял. 20-19, 2 минуты, но нас большинство, и надо дожимать их. Дожимать меня последний. Да. Как жизнь, ребят, хорошо. Привет, нормально, братуха, давай один на один. С тобой один на один я не буду, понял, да. Вот так вот, понял, нет. Один на один я с тобой не буду, понял. Вот так, ты не понял, я тебя понял, вот такие понял. Окей, что у нас там выходит? Давайте сейчас вправо ебанем. Отлично. Там на чем? Инквизитор? Да, блядь. И главное, нихуя не попал. Давай, назад отходи, я рядом, я сейчас ракет прикрою. Давай, прикрой, ракет, да. Срочно я надо. Прижмись ко мне! Да я же здесь! Я получил 2 ракеты, прикрывал их хуево! Да я рядом, метр от тебя стоял. Давайте перезарядимся. Какой ты? В метре стоял? Да вот он. У тебя купол короткий. Вот он, давай вперед, иди, убей уже эту фуру. Что ты очкуешь? Да я не очкую, я тебя прикрывал. А, прикрывал, какой его. Может, не надо его убивать, он сейчас еще 4 бота возьмет. Да похуй, бери его. Да его уже убили, чпокнули. Сейчас он, блядь, прям возле меня выйдет. Смотри, вот я о чем и говорил, блядь. Да и похуй. Ну где ты там? Я здесь, прыгаю. Все нормально, я готов. Убегай. Ты труп? Убегает, почти труп. Все, что-то плакал. Спас я тебя. Ага, 35 тысяч, сейчас он опять здесь выйдет, смотри. Да, похуй.
Вообще, я готов, я жду. Нет, он там вышел, это Хаечи. Блять, именно по мне, а, блять. Блин, у меня как раз все на перезарядке. Нахуй, сейчас не буду, сейчас, 3 секунды. А, все, ты забрал его. Я? А, нет, это этот, который слева от меня забрал. Спасибо, обезьяна седая. Ребята, воюем. Все, идем. Поздравляю я с днем рождения этих, как... Все, выиграли. С днем рождения игру Варобот. Обалденное у нас новшество. Что у нас там? 600 тысяч дамага. Вообще ни о чем. Да, мало, пипец. Ты хоть одного бы убил бы. Ноль убитых? Ноль убитых у тебя. Я поддавался тебе специально. Да. Но он только ивент меня убил, задание очень тяжелое. Так, покидаем завод. И, ребята, кстати, не надо смеяться по поводу ивентов. Задание очень тяжелое, сейчас посмотрим. Надо еще одну победу. А, понятно. Ну что, сейчас мангуста пригласим. Надо еще одну победу. Давай, сделаем. И тогда получим 10 тысяч. Притом 10 тысяч это, ну, ни о чем. Копейка. Да. Море в капле. Да. Вы что, братва, что-то вы рано стареть собрались. Вы что, братухи, токены что не тратишь? Так а я уже потратил пару токенов там. Так что пару тысяч. Больше пока не буду. Да, нет. По-моему, 100 тысяч потратил. Да, режим отстой. Давай, Денис, пока. Режим гонка за маяками. Ой, гонка за маяками, карта отстойная. Карта вообще жесть. Вкачай плети, кайфуй потом. Плети, кайфуй, вкачай. Так легко, взял, вкачай, да, вообще. Что их там 4 месяца вкачивать, да, это, ну, похуй. Идем вперед, за нас сильный бот Гаррет, очень приятно. Гаррет за тобой, обрати внимание. Да, у него еще шок-трейн, имею в виду один. Там, он, кстати, сейчас... не смешно, блядь, парень маяк захватывает. Маяк захватывает, он уже забрал его даже, можно сказать, блядь, там... Там жопа. Ой, ёб твою, меня тут с трех сторон шпильнули. Да, в принципе, невелика потеря. Ты какого робота хоть умер, убил? Хаечи. Обалдеть. А все, в принципе, больше уже идти некуда, вот наша команда. Да, все, мы стоять будем теперь, ну, до конца. Да, это док вроде. Вот так и будем стоять, покуда эти козлы сами к нам не придут. Я с Гарретом иду, если что. Честно говоря, не понимаю, почему я ему щит не раздолбал, ну да ладно. Блять, у нас спектр на шок этих шоков, да? Да, спектр на шоках. Блять, кто там? Одного убил? Так пацаны. А, они этот, выходят с центра, они под нами выходят, окаться. Блять, все, шоки. Тогда стоит захватывать маяк. Они под нами вылазят. Это я думаю, здорово. Откуда меня шпитят? Тогда маяк захватываем. Не, это вообще какой-то бред. Тупая, просто тупорылая какая-то карта, блядь. Реально вам говорю, ребят. Согласен, ты взял и бежишь. Я взял прыгать, говно и умираю, нахуй. Да. Карта блядь, центр, просто... забирай центр. Карта дебильная, просто дебильная карта. Согласен, да он тот спектр задрал, блин. Вот он прыгнул, еще один инквиз. На орках. И все, мне пиздец. Я даже вообще не увидел, кто это, блядь, прыгал. Это инвиз, этот инквизитор. Это инквизитор, блин. Все. Не, нахуй, тоже. Отстой. Говно вообще жесть. Хуя у нас тут в тылу. У нас тут в тылу народу. Ребята, привет. Привет, ребята. Здорово. Дестройер, привет, Дестройер. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Вы в эфире? Да, мы в эфире. Единственное, что мы можем только, в принципе, ботов всех переубивать. Хуя ты, матюкливое создание. Да, матюкливое, да, матюкливое. Матюкливое я! Обалдеть, я матюкливое, прикинь. В такой карте так, не таким будешь. Скор же, ребят, только что убили целого робота. Охренеть, блядь. Да, скор же хавает прям аж. Блядь, откуда все летит, а? Парень маленько не вдуплил, что у меня тут боты крутые. Хотя, в принципе, он меня сейчас убьет вообще жесть. Кто это, блядь, сбоку нас заливает? Хаячи, блин. Кто кого? Блин, нихера, у меня полробота успел спиздить. Как? У них роботы все не кончаются, не кончаются. Ну, 4 пока осталось. Да, 4 из 6, утырка. Блядь, шок-трейн меня достают. Да. Горит пукан, да? Спектр, ё-моё, я его найти не могу из этой толпы. Здорово, ребята, здорово. Привет. Всем привет. И главное, по маякам мы проёбываем. Я вперед зря иду, наверное, просто реально зря. Я получил плюху. Обалдеть. Ну и чё типа тут? Блядь, этот... Булка, кажется, шок-трейн раздает.
Убей его нахуй, китаец. Но он спрятался. Отлично, китаец, молодец. Братуха, бомби. Да как бомбить? У меня там две ноги сломано. Маляр, вата, у нас тут шук. Парадокс, вы сколько уже в ВР? Ладно, я буду. Привет, ребят, привет. Привет, приветосик. Давайте прыгнем сюда на окошечко и попробуем кого-нибудь просто пожечь. Огнивом. Все, меня сняли. Кончились боты, что ли? Кончились. Опа, 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 умер парень один. Опа! А тут парнишка пришел, а у меня фура одна осталась. Сейчас, 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 сзади, сзади, сзади. Вот это двум китайцам. А это там не ты там. Не я, братуха, не бомбит. А это не ты, бомбит. Это... Кого брать, на фьюджина, аркана или тарана? На фьюджина бери арканы, дольше жить будешь. Я нажимаю прыжок, а фура не прыгает, прикинь. Вот это беда. Все, возможно, мы выиграем? Не, вряд ли. Мы уже на их базе. Да, но у них четверо, у нас четверо, у меня фура. У них трое. Четверо, я ботов считаю. А теперь четыре, да, их четыре стало. Нет, нас вообще двое. Нет, трое, четыре, о. Дал дамажечку какому-то утырку. Четверо против четверых и три маяка. Одного зашпилили, его, надеюсь, добьют, уже будет минус у робот. Этому щит, все, в щит бьем. Кто-нибудь будет подниматься? Кто-то поднялся, вроде получил, опять поднимается. Но уже щитом. Забрали. Булка тоже на орках тащит, да? Заметил? Булка на орках, да. Вот у меня была булка на орках, я переодел. Или на таран... Да, на орках она была. Ломай. На таран. Булка на орках. Сломал щит. Сломал щит булку. Булки сломал щит, все, она уязвима. Да. Персиан. Да, бей. Нихера, блядь. Ты снял ему уже этот щит. Нет у него щита. Он без щита ходит. Вот, бей его. Он центральный маяк захватывает. Сейчас. Его кто-нибудь другой. Спалили его уже. Все, спалили уже его. Инквизитор его спалил. Блядь, скот же бьют меня. А вот свежий инквизитор. Ой, свежий парень идет. На шок-трейнах он. Да все, проиграли. Он, видишь, один, блядь. Проиграли, да. Вижу. Я один остался вообще, жопа. И три булки. Бутерброд. Сейчас меня... Сейчас намочат. Давай. И главное, ох, сейчас из меня сделают тут. Они не хотят меня убивать. Не убьют. Бутерброд из братухи сделали. Все, победили красноперые. Бэтмена просто обожаю. А кто это? Я ж положительный чепушила, так меня врачи называют. Хреновый маляр. Братуха, тогда следующий дуэль. Нет, дуэли не будет у меня с вами. Хочу бота с дрелью. Гаечным ключом. Слушай, подожди, сколько я набил дамага? 482 тысячи? Да. Печально. Мы еще к тому же против целого клана играли. Да. Неудивительно. Китайцы набили здесь по миллиону. Да. А стоит ли покупать дока в бриллиантовой лиге? А, дуэль будет, ребят. Кто вот мангуста вызовет, тот и дуэль будет. Сколько жетонов я получил? Я получил 300 тысяч жетонов, уже половину из них прокрутил. Где детонатор? Не знаю. Накрылся... Что-то... Блин, что за игра такая, а? Опять та же карта. Пиздец, это просто жесть. Реально, может, не будем выходить? Да я вышел. А что делать-то? Сидеть, ждать, смотреть? Выходить-то нельзя, ботов нельзя. Теперь все, прикрыли лавочку. Давай. Приходится играть в режим говно 10 минут, тратить свои жизни на режим говно. Нервы. Ну, в смысле, режим карту, вот такая вот хуйня. Самое главное, нервы тратить, ёлки. Нет, понимаешь, как бы ты можешь не играть, просто стой и жди, блядь, когда бой закончится. О, телефон, шоки, блядь. Телефон положи и жди. Бля, мне такое ощущение, что у нас как будто Звездные войны. Да, у меня такое ощущение, что нам дают пиздюлей. Шок-трены летят, ёпта. Да. В армию не знаю, ребят, когда сборы будут? Вот будет приказ на сборы идти, тогда будет сборы. Алло, сыграй в режим один против всех. Алло, на связи, Винни-Пух. И вот маяк забрали красноперы, и все. И, короче, начинаем шок-тренами принимать в себя. Да. Вот такой охуенный режим, все, надоело, короче, парню, я смотрю, пошли в атаку. Я, в принципе, тоже пошел в атаку, все, заебало нахуй. Все, просто реально заеб... Просто задолбало нахуй. Вперед, ребята, на смерть, реально, жопа, вперед, инквизитора, все, сейчас будем шкварить. Раз, шкварка. Второго снял. Два, шкварка. Третьего снял. Блять, успел он спрятаться. Да, мясо там творится конкретное. Да тут просто пиздец, что творится. Что-то мы прям совсем приохуели. Почувствовали волю, да? Да, не, ништяк, нормально. Блин, вот это... Да, мне бы... Все загрожает.
Мне бы Эмбера, бля, этого. Инквизитора, что ли? Эмбера в МК-2. Ну, Инквизитора тоже в МК-2. Блядь, не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Со с какого щела стреляет? Хер поймешь. Хер поймешь. Маяк отбирает опять. Блядь. Ну чё, на смерть? Как на смерти? Пока рано на смерти. Надо подождать других дураков. Чё, мы одни, что ли, постоянно умирать будем? Режим, говорят, говно. Да я зацепился. Ну, блин, как так-то, блядь, маяк не успел забрать. Там спектр на таранах. Не, нормально, разносим. Сейчас реально у них боты кончатся. Да, походу, сейчас я тоже кончусь. А ты-то нахера в атаку лезешь? Я не вот лезу, тебе как лезу. Раз бы лучше жить. Да я, над тобой. Мы вдвоем можем... Блядь, да что за танцы с бубном у меня опять начинаются? Так, последнего бота беру. Охренеть! Последний бот, ребята! На спектр трать жетоны. Да, кстати, на спектр можно жетоны потратить. Давайте убьем нахуй этого парня. Просто заебал. Пошел в жопу. Блядь, запутался опять. Ну, пока этого парня убивают. Да. Кочерга, лопата. Да, ребят, маляр поет или поэт. Что-то в этом роде. Полтора часа. Кстати, стрим будет длиться часа два, не больше. Это у нас, я так понимаю, какой-то робот интересный. Блядь, хорошо, посмотрим. Пинатами. Осторожничаю тут, красноперые утырки. Опа, подкрались, одного слили. Тут хаечи. На таранах. Опа, и сразу, смотрите. Сразу, смотрите, братуха, забирай сейчас. Одного, отлично, отлично, отлично. Автоприцел берем и выпускаем туда арканы опять. В рэмпэч, отлично, перекадешиваемся. Здорово, здорово, ребят. Я говорю, арканы на булке рулят, нормально. Ой, сколько нас тут. Все пришли к братушке спрятаться, да? К братухенции пришли. Ну что ж, давай, брата, братва, пошли в атаку, нахуй. Пошли в атаку. Пошли. К сожалению, это не good like, ребят. А очень получилось бы good like, было бы здорово. Если был бы good like. Блять, опять не good like. Очень было бы здорово, если был бы good like. Угу. Хочет в меня парень сейчас попасть. Ну блядь, что ж. Стрелял. Блин, нет, не получилось good like'ов. Фура! Вот я дурак фуру взял, прикинь. Наказали фуру. Да сколько может жить это чудовище, блядь, тупое в наших трейнах? Братуха, я вернулся в ванной был. Я надеюсь, ты не там это... А что ты там в ванне делал? Братан, ааа, в шоке в меня, да ё-моё, блядь. Вообще живой он, может его убить, просто убить нахуй, это говно. Никто не мой, убили. Вот сейчас нормально повоевали. Триперкил, ребята, кто-то поймал. Успеешь, блядь, не успел. Не успел, ребят, но... А, там ланс. Блядь, опять. Ну, мы сейчас сведемся на этого парня. О, да, дамажечка. О, сладости, плюшки. О, хуечи, отлично, няма-няма-няма. А, о, вкусняшка, как хорошо красноперых добивать. А-а-а. Давай, вали красных. Давай, скваро, гори, сковородка. Мои падают, ребята. Отлично, вот это чистая победа, по ботам, по маякам. Я тут нифига ничего не дамажу. Это похеру, главная игра. Главное, да, победили. Все, ты выиграл 10к. Да, я выиграл 10к, возьми на стрим, плиз, братуха. Почти миллион. Вау, нифига себе, миллиончик набил. Круто, миллион, а ты что так слабо? Раз на раз не приходится. Я говорю, я сзади стоял. Пиздец, за братушкиной спиной стоял? Да, спину твою прикрывал. Ребята, возьмите, вот, пожалуйста, сходите, какое-нибудь яйцо в холодильнике возьмите. Вот прямо сейчас вот сходите, возьмите яйцо в холодильнике. И возьмите яйцо в правую руку, телефон с нашим стримом в левую руку, и вот так вот яйцом. На, сука, мангус! По лбу. Не по лбу, а по телефону. Че там плюс 200 пишут, плюс 200 усиления. Этот, как вам усиляет, хотя две места добавить, 40 для человека сделать, пацаны. Да? Давайте, ребят, покинем взвод, сейчас пойдем посмотрим. Давай. Братуха Троглади, да, ребят, братуха, помахай в окно. Эй, в окно махаю, махаю в окно! Нифига там реально пацан сидит. Мне за ним и ходить не надо, яйцо уже со мной целых два дня. Чё, реально пацан махает? Ни хрена, ты чё? Бля, вот этот пацан у меня под окном, Руслан. Что у нас там?
Я лапшу с яйцом сейчас ем. Яичную лапшу, лапшу с яйцом. Ну что, 10к, ребят, к сожалению, не миллион. Получаем. 10к, что будет дальше? Все. Все? Все, пропало, пропало. Пропало. Приходи завтра. Думаешь? Будешь новый стрим завтра. Не, вот реально пропало. А что, через неделю будет? Или реально нет, будет? Нет, завтра. Завтра или пустота через да. Один день 16 часов будет? Возможно, там было же 2 дня же, да? Да. Или один день. Так что не завтра, а послезавтра будет. Поживем. Ну, может, завтра уже 200 будет? Ой, послезавтра. Сомневаюсь. Ну, а потом на вырастание? Сколько у меня... Кстати, нигде не пишется, заметьте, нигде не пишется. Ну, конечно, призы будут лучше. Нигде не пишутся токены, обрати внимание, на рабочем столе. Да. И здесь не пишутся токены, абсолютно. Красивые заставочки, все голубизна, да. Голубизна, блядь. Розавелла. Розавелла, розавелла. Нигде нет, нигде. Странно. А вот здесь есть. 200 тысяч у меня, ребята. Ладно, братух, давай. Пойду я. Уходишь? Погнал. Да, ухожу. Слива, ну, удачи, всем пока. Давай, пока. Так, набирайся. Все, беги. Чао, какао. И вот, ребята, я остался один, не один, а с вами. А с нами это, 203 человека сидят, смотрят. Спасибо, ребята, за ваше терпение, внимание. 1.5 часа идет стрим, около 2 часов он будет идти. Спасибо, братва, что вы есть, Дима Карабас. И тебе большое спасибо, что ты нас смотришь. Руслан Ф, ха-ха-ха, Руслан Рушан. А, ты Рушан? Был у меня такой в армии Рушан Ревазов или Нушаван Ревазов, не помню. Он соседом был по шконке и жрал сухари. Вот, то есть хлеб постоянно ночами жрал. И на подматраснике дохуя было просто этих опилок. Опилок от сухарей, короче, от хлеба. И потом ему дали пизделей, когда матрасы надо было выносить на улицу, колотить что-то там от шеи на мороз, короче. Хотя в шее не было, ну такая дезинфекция. На мороз, чтобы там всякое, короче, замерзло, если что такое было. И у него на подматраснике очень много было этих сухариков. Их сгребли в кучку и заставили его есть с какой-то хренью. С братухи уважения. Окей, Виктор Петров, спасибо. Надеюсь, все там лайки поставили. У кого есть желание. 100 ключей, смотрите, кто-то выиграл 100 ключей за золотого сундука. Или просто 100 ключей выиграл. Такие вот призы у нас, обратите внимание, призы, да? 3500 яичек кто-то выиграл, смотрите, из рулетки. Вернее, не из рулетки, а из черного рынка. Только братуха нас всех 200 душ собирает. Респект тебе, уважуха. Дима Карабас, спасибо большое. Ну что ж, давайте в режим против всех. Пошли, во все режимы сегодня погоняли. Ясен пень, было бы побольше серебра. Я надеюсь, может быть, разработчики сделают побольше серебра. Ой, зря. Я прям зря фуру взял. Я забыл про этот режим. И взял фуру, ребят. Это зря вообще просто. Это пиздец. Ясен пень, я умру. Но умру я молодым. Блять, я просто умер. Взял и сдох. Но я надеюсь, этого парня я сейчас заберу. Черт, он спалил контору. И не забрал его я. Беда, ребят, беда. Справа у нас первое место. Давайте, можно хуечи. Нет, это Ланселот. Ланселот идет ко мне, у меня 6-е место, я ни одного не убил бота. Перезаряжаемся. Он уже 2-е место пока со мной возился. А я пропускаю дамаг. К сожалению. Очень большая карта, не рассчитана на моего бота. Там шатеринист, походу, 500 метров. Ну, будем шпилить его, как можем. Блять, почему-то дамаг проходит, я просто в шоке. О! Просто реально дамаг проходит, пиздец как-то. У него слишком широкие тараны. Кумихо, ё-моё. Кумихо, да, рулит. Главный приз вроде спектр. Да, ребят, какой... А, спектр, в смысле, когда будет задание, ну, возможно. Хоть одного забрал. И то радует. Давайте попробуем забрать этого парня. Очень он как бы торопится вниз, прямо ко мне. Ага, ты меня убил такой, головой киваешь? Да хуй тебе, сдохни, ёпты. Убил меня такой козел вообще, да? Давайте перезарядим. Вот такой головой кивай, пошел ты, ну-ну. Головой мне шмык-шмык. Видели? Вот так вот и объединяются люди в друг дружку. А сейчас мы можем Ганса подловить. Он нас не видит.
Ага, там у нас грифончик, а он уже прыжок-то от КДшил. Да, ребенок, ты прыжок-то от КД... Ох, ёптвою, сладость. Ха-ха-ха, няма-няма, ребятухи. А это хуечи. Хуечи, наверное, идет по мою душу. А хуечи-то в попку накидывают. Хуечи-то далеко не уйдет. А мы, есть шанс хуечи забрать? Нет, не забрали мы хуечи. А может, этого парня... Блядь, и этого не забрали. Он самоуничтожился. Не сдамся врагу. Ох, ёпта, это Лумбаса. Понятно. А, это наши хулиганки. Нифига тут ребята накидали этих... как их, букетов цветов, ромашек всяких. Шмык-шмык минус Ланселот. Шмык-шмык. Да, ромашки. Ох, 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 ох. Отступает. Ну, понятное дело, что он отступает. У меня ХП, конечно, больше. 60 тысяч. Если он мне ни одну пуху не оторвет, то мы, может, его, ребят... А, дорвал пуху. Мне. Есть, ребят, убили одного. Отлично. Братух, как настроение? Да, потихоньку. Нормально вроде. Настроение хорошее. Опа, у нас парнишка тут меня шпилит. Первое место у кого? У того Хеллбой. Походу, Хеллбой. Давайте мы отдадимся этому парню хотя бы. Да, отдадимся этому парню и возьмем. Хеллбой очень далеко. Черт, ну мы можем к нему подобраться поближе. На чем? Раскусим им. Ага, понятно. Все, готов я. Ах ты хитрожоп, братуха, вообще жесть, ребята. И робота главное не поменять. Убил, сучий потрох. Окей. Сейчас мы его убьем. Вообще сомневаюсь я. Блядь, сжался, уничтожился. Понятно. Кто убил? Хеллбой убил, да что ж такое-то? Черт, такой напряженные, кстати, бои вот они происходят здесь. Хеллбой убивает, но, к сожалению, не я. Блин, да опять не я. И я реально в заднице, ребят. У меня третье место. А это на таранах. Хеллбой на таранах. Кому-нибудь бы отдаться. И таран МК-2. Хеллбой сразу видно, что заточен, ребят, зеленый. Верни настоящего братуху. Умный робот, походу, ты ни хрена не умный. Давайте, забирайте меня. Отлично. Так, кого бы взять... Злина, ну это просто подстава какая-то! Не бой, а фуфло! Просто какая-то хренотень. Отстой, а не бой. Ой, кого-то убил, но... Все равно мне от этого не весело. Ну, прыжок! Ёшкин-барашкин! Да что ж такое-то, блин! Жопа! Да что ж они-то все уничтожаются-то, дебилы? Да ёшкин мат тут трёшкин! Какой-то отстой всемирный! Перезарядка. На шоках идет гандон. Да ё-моё, да ё! Все готовы напасть друг на друга, но только не на меня. Блин! Отстой века! Печальная залупень! Это таркана сейчас! Этот на шоках! Этот на ор... Ой, на спек... Ой, ну вы поняли. Давайте перекадышимся. Идет! Блять, на шоках! Все, проигрыш! Пиздец, третье место. Отстой. 5 убитых. Пс,
5 убитых, много раненых. Братуха, давай подписчикам какие-либо задания на тему War-Robots. Какие задания вам давать? VR и победители в видос, например, убить Вату 10 раз. А кто будет отслеживать, интересно? Ну, Вату. Это странное пожелание. YouTube 5. Сегодня была с Ватой. Господи, хулиганка, ты пугаешь меня. С Ватой ты была. Я надеюсь, ты была с Ватой в бою? Кривой хрен. Я помню этого кривого хрена. Один чат поставок, скоро у нас будет бонус в эксперте, получим 90 тысяч. Кстати, обратите внимание на токены, кстати, боевые награды, обратите внимание. Чем выше вы призы получаете, тем больше токенов вам дают. 90, 120, 180. Это неплохо. Это реально можно подкопить. Не могу сейчас, сейчас всех на вату накинуться, братуха. Да, печалька. Не были ни одни вов. Хулиганка там. Хулиганит. Бросил вызов какой-то утырок. Ернур-казак. Интересно, что за Ернур? Мы были не одни. А, понятно, вы по дискорсу там шалите. Суровый привет. Суровый привет. Кто почему там булки не была, почему ходящая? Что? Что это за человек такой, интересно, ребята? Кто... по-английски? Что по-английски-то? Кто такой, что надо? И отправляем. Он готов к бою? Кто такой, что надо? Че, он дурак, что ли, вообще? Ребят, дурачок он или как? Как бы, кто такой? Зачем? Вот я не понимаю. Ребят, что делать? Ивент на спектре будешь играть? Бутлер. Ну, конечно, там задания будут сами по себе выполняться. Я просто буду играть, а задания будут выполняться. В клан хочет твой. Ты мал. Все, не отказались, отказали. Ну, конечно, ты слабенький. Да, извини, пацан, тебе подкачаться надо маленько, в качалку сходить. Отмов ему. Он на видосе хочет засветиться, он сейчас тебя смотрит. Да, я понимаю, что он на видосе хочет засветиться, но... Все хотят, но народу сколько. Гол на смерть. Бля, наржался от души, как ты отыграл. Да? Наржался. Давайте, надеюсь, будет ближняя какая-нибудь карта. Жесть. Стоит ли покупать дока в бриллиантовой лиге? Конечно. Если ты собрался сидеть в бриллиантовой лиге, то покупай дока. Но в чемпионку придешь, твой док лопнет. И тем самым ты как бы потратишь голду впустую. И время прокачки ты тоже потратишь впустую. У нас здесь... парень сразу такой активировался. И запрыгнул в окошко. Отлично. И спрятался там. Здорово. Вот тут бежит Кумихо. Кумихо прочухал. Что может быть... И шпилит меня. Кстати, Кумихо меня разбирает, ребят. Это жесть. Пиздец. Вы просто представьте, что сейчас было. Такая хуйня. Кумихо Бульгасара раздолбал. Притом Аркан МК2 у Кумихо стояли. Ну вот, я смотрел, там убил. Вроде бы. Перезарядку добавили? Нет, напарили. Не, перезарядку, на этом она есть, перезарядка. На Ноксе. На Ноксе есть, а вот... Там спектр, походу. Вот это спектр, мне кажется. Спектр, да точно. Стопудово спектр, блядь. На орках. Вот будет весело. Не, хотя очень быстро бегает. Спектр. Ёшкин-матрёшкин. Хуя себе. Ура! О, классно, я его зашпилил. Отлично. Опять спектра берет. Охренеть. Сейчас уже будет в меня прыгать. Ну давай, желаем удачи тебе. Реально сейчас за мной идет. Так, где у нас там хваленая мышка? Игра с мышкой. Прыжок есть. Так, парня убили. Отлично, он воскрес опять. И он на арканах, а у меня щита уже нет. Давайте просто покинем поле боя. Посмотрим, кто еще слабенький там есть. Но это первое место вообще умер, короче, да? Но, блин, спектр, смотрите. Обалдеть! Вы представьте, что было сейчас. Вдвоем парня шпилили. Сейчас, смотрите, спектра будет дожирать. Блин, да что ж такое-то? Опять только два убитых, к сожалению. Это грифон? Пиздец. Как грифон был?
Давайте будем уходить. Ну, у него два прыжка будет вообще реально. Блять, убил. Да как так-то? Хера себе, бля. Сейчас еще этот его съест, смотрите, Галахов. Все не придет, блядь. Комплот хренов. О, суровый привет, суровый привет. Часа 4 стрим-шоу. Жена акулу удалила. Чего, блядь? А, аккаунт. Акулу, думаю, удалила. Какую акулу? Убил? Господи, хоть кого-то я убил. Не, убьет, убьет. Это к бабке не ходи, убьет. Еще сзади идет. Привет, братуха. Привет, ребята, привет, братуха, не твой сегодня день. Да не, не, мой, мой, на самом деле мой. Просто такое бывает. Просто такое, ребят, бывает. Ой, очень такое бывает. Часто. Это не везение. Это не везение. День суждения на компьютере, кнопка R. Да, ребятка, на компьютере. О! Булка, у меня есть прыжок, давайте подойдем к ней, возьмем в автоприцел. Есть возможность забрать булку. Правда, я не знаю, кто быстрее кого будет шпилить. Еще один прыжок у нас есть. И давайте, вот булка сейчас. Отлично. А это Спектр, ребята, но у него прыжок откадешивается. Сейчас мы подкопим сил чуть-чуть. О, пошли. Блять, успел же, сука, съебать, смотрите. Успел же, гандон. Ну, давай, давай, догоняй, 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 догоняй. Ёшкин барашкин. Гадёныш, реально гадёныш. Отлично, трипли килл, второе место у нас. Вот так нормально, еще можно тут ПВП сыграть. Кого-то я опять парень взял первое место. Вот его бы шпилить. Интересно, сколько стоит твой компьютер? 57 тысяч, ребят, мой компьютер стоит. Вот. Все деньги и свои доложил, чтобы купить компьютер. Все деньги... Ох-ох-ох-ох-ох, нихера себе. Ну, у нас два прыжка, мы, в принципе, как раз-то будем его убегать от него. Испугаем. Нет, не испугали. Испугали чуть-чуть. Он собирается... Я не знаю, будет он прыгать, нет? Опа, там шок-трейн, ребята. Убил. Ну что ж, ничего не поделаешь, убил. Да. Ничего не поделаешь. Там еще шоки. Ехо-ею. Далеко. Если бы шоки не попали в меня, не убил бы он меня. Братуха, мне тоже не везет. Макс Майнкрафтер. Да, с твоим никнеймом реально не везет. Сейчас мог его, ребят, убить, но... Блять, это вообще тупик. Я хоть этого парня забрал. И есть, есть такой шанс забрать и этого парня. Отлично, но все равно второе место. Все равно второе место. 1,5 минуты боя. Все со щитами, кто на чем, непонятно. Первое место на чем там? О, на шок-трейнах, ребята, это хорошо. Делаем раз, делаем два, блядь. К сожалению. Вот орки летят, смотрите, орки, орки, орки. Обалдеть, ну это все, это жопа. Мы прям подставляемся с этим парнем. Ты дурак, ты просто дурак. Ты дурачела, парень. Реально ты дурак вообще, жесть, на всю голову. Тормоз. Ты только что подарил мне первое место. 40 тысяч, ни хрена. Куда ты стреляешь? А что, давай, давай, бери меня. Бери, 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 бери. Отлично, отлично, давай, 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 давай. Второе место тебе. Ну, отлично. Только второе место не получил. Булку берем. Пошли в атаку, ребят. Весь бой тащил парень. Ну-ну. Давай, давай. Ай! А-ха-ха! Обламинго! Знаешь, такая есть птица? Фламинго-обламинго, ребята! У-у-у! Здорово! Подсос тебе, Петрович. Да, первое место. 5 минут. 5 секунд. 5 секунд. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как это мало, как это много. Первое место я урвал. Знаете, вот этот режим очень позитивный режим. И, кстати, серебра дают больше. Я реально вам говорю. Можно я рекламу просмотрю, ребят? Пожалуйста. Можно рекламу посмотреть? Ошибка воспроизведения видео. Соединение с интернетом. Окей. Но серебра должны были увеличить. О, поставка. Эксперт.
О, что дали? 90 тысяч, 2 миллиона 250 серебра, неплохо. Флакса 550, Рэвина 140, очень как-то нищебродно. И детали баллисты 110. На самом деле, ребята, очень-очень мало. Инквизитора давали больше. Я очень хочу Хаечи Ой, не Инквизитор, а Темпеста. Раньше было наша Раша, но передаться, да? Смотри, братуха, поздравляю с первым местом. Булка стала фламингом. Да, ребят, спасибо. Первое место. Тащилова. 1 375 000. Первое место благодаря тому, что у меня дамага побольше. 10 сразу очков чести. Моментально я взял 904 эксперта. Запросто возьму контейнер мастера. Потом пойду к чемпионам. Ангар. Войдем в ангар, ребят. К сожалению, не дали улучшить нам рекламу посмотреть. Мото, Стас, ребята пишутся. Классный режим, много серебра, позитивных эмоций. Правда, иногда вот карта хреновая попадается, и все, и жить не хочется. Давайте хуечи возьмем на арканах, аркан 12 уровня, и у нас есть энергетический щит. Это у нас спектр, блядь, это спектр, ребята. Все, парень, ты встрял. Да хуй в нос, ребят, 4 аркана. Ничего не поделаешь, ребятухи, 4 аркана. В любом случае, блять, это жопа вообще. Вот, спектров развелось, я вам серьезно говорю. Не видел он меня, давайте перезарядимся. А, понял, все, английский язык переключаем, перезаряжаемся. Притом русская буква R не перезаряжает, а вот английская буква R перезаряжает. Есть шанс у меня очень... Блять, нет шанса. Он его забирает. И теперь у меня есть шанс его забрать. Потому что у них очень мало хп. Но большая скорость. Перезарядка. Там ребятки бьются. Ой-ой-ой, бьются ребятки, он прыгает на спектре. Все, короче, тут два спектра бегает, ребятухи, это вообще не вариант, жопа. Реальная жопа просто. Если только огнивом его зажечь. У огнива, ребята, есть сплэш. А у меня есть терпение. Пришлось потратить прыжок. Ничего не поделаешь. Иначе все, бил бы меня. ТД. Ну, блин, як бы там Марко был. Братуха, привет, привет, чат. Привет, YouTube Джокер. Здесь тебя развели. Согласен, ребята, согласен. Разводила его, а не игра. О, это дальнобойное орудие у робота. Дальнобойное орудие, да, и он будет прыгать сейчас стопудово. Но у меня есть огниво, он это не учел. Все. Перекдешиваемся, он уходит, прячется, да? Опа, а вот теперь спектр, ребята. И мы уходим в дальнобойный инвиз, но спектр быстро передвигается. Мы его не можем зашкварить, гадюныша, но, сука. Блин, я использовал, ребята. И пушки, кстати, сами почему-то стреляют. Просто жесть. Что такое? Кнопки Пушка сама стреляет, эй! Ну да, ничего не поделаешь. Убил, ребят, ничего не поделаешь. Давайте еще одного такого робота возьмем, сольемся. 4-е место, тут даже к бабке не ходи. Очень много понабивало спектров, роботов моих слили. Как бы и там бы поубивал бы, да, пару человек, но... Надо насосать. Нихуя не получилось насосать, к сожалению. Арканы взяли, спектр на арканах, обалдеть. Блять, жопа. Представляете? Вот это жопень. Привет, братан! Убил. Да как так-то? Вообще жопень. Славания против нас играет. Убил. И спектр, смотрите, спектр на орках. К сожалению, очень быстроходный бот. Но он был подкоцанный. Там Хаечи на таранах. Ой, на арканах. Папа. Что? Да, зайка, мультик смотрит. Так, и... Не получается щит заколбасить. Ну что ж поделать. А я не хочу с тобой в бой вступать. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятухи внизу там.
У меня второе место, как бы, блин. Просто не хочется второе место терять, сами понимаете, да? Но, походу, потеряю сейчас. Убил, да, и моих арканов, ребята, даже не хватило... В этот спектр. Моих арканов не хватило даже пробиться. О, все, смотрите, это смерть. Да, пиздец. Достаточно одного робота в этом режиме, блядь. Просто пиздец. Спектр на арканах зеленый. Жесть. Да как бы, ребята, здесь я. Че не здесь-то? Да. Брату хорошая, жена хорошо. Поладитесь. А, ну да, жена у меня хорошая. Лучше не лезть до хуечи. Да, ребят, лучше не лезть. В общем... За 10 сундуки выпало 2 афиды, я офигел, у разрабов голова появилась, что ли. Да, ну вот Максим, просто раздают ненужное барахло. Второе место, и я уже выбыл, у меня нет ботов. Сейчас, ребят, досмотрим бой. Орки МК-2 на спектре, браво. Да, что, да, ребят, к сожалению. Вот они расходятся. 4 аркана, вы просто представьте, 4, блядь. Нахуй так вообще придумывают такие пухи, просто не понимаю. Я хочу, чтобы третье место умерло. А оно, надеюсь, умрет, потому что у меня будет второе место. Привет, братуха. Привет, Макаренко. Толян, привет. 208. Вон, смотрите, 3 спектра. Ёшкин-барашкин. Думаю, что это я? 3 спектра бегает. 1, 2, 3. Или они там прыгали? Да. Мне бы робота спектр. Вот я бы радовался бы. Привет, братуха, привет. Забомби голос. Каким образом? Что вешать на ланслота в лиге? Задания типа насчет ивента будут давать каждые 2 дня или 1? Мне кажется, ребят, каждые 2 дня. Там же написано 2 дня. Все будет каждые 2 дня. Появляться задание. Но я вообще не в курсе. По идее, выполни задание, давай на следующий день задание. Как бы 2 дня. Ну, если они сделают 2 дня, это будет глупо. Если у тебя 2 дня не будет появляться задание, вот ты его выполнил сейчас, я выполнил его, завтра оно не появится, а появится только послезавтра, то это будет очень глупая ошибка. Просто глупейшая. Делать ивент и целый день впустую, это как-то вообще, ребят, жесть. Ну, а может, у них своя, в принципе, есть... Вот, смотрите, как сейчас фуловый. Да, вот видите? 4 аркана, вот они. Только сейчас у него разрядились полностью, и он убил парня. Второе место у меня забрали, я теперь на 3-м месте, к сожалению. Словения забрал. И мне кажется, еще может быть как вариант, разработчики сделали каждое задание 2 дня. Чтобы было 10 заданий, 20 дней, к примеру. Только что будет, если задание не выполнишь? Оно обнулится? Если оно обнулится, то это нормально. Если переключится на следующее задание автоматически, то это как-то странно. Хотя тоже нормально. Ты, например, не стал выполнять задание на аркан, отдохнул 2 дня, а зато на робота спектра там начал выполнять задание. Ну, короче, там фиг его знает, ребят, не знаю я, на самом деле, что там да почем. Ну, это просто жопень. Если будет еще хуже, чем есть, это жопень. Что лучше вешать на хаечи, скоджи, тараны или арканы? Арканы вешай и радуйся, все. Самый большой спектр, мало хп. Да. Хаечи второй золотой лиги, это жирно или нет? Жирно. 3-е место я занял, к сожалению, ребят, бой ясен пень был уже мной проигран, потому что спектры, они рулят, вот парень набил 1 600 000 дамага и 12 фрагов убил, роботы у него, как видите, на 20% хп больше, мы уже говорили про это, мой хаечи на арканах проиграет этому хаечи, к бабке не ходи, у него и дамага больше на 20%, и хп больше, также у него пушки тараны, все МК-2, скорж МК-2, инквизитор на таранах, эмберах и спектр, вот на чем играл спектр. Второй ангар даже смотреть не хочу. И второе место Словения. Она более-менее так у нее ангар. Нет, ребят, к сожалению, тоже хаечи МК-2 зеленая. Все зеленое. Тут стопудово влита голда, потому что прокачать это все в МК-2, как минимум надо пушка 20 дней, 20 дней, 20 дней, робот 20 дней. Вот это посчитайте, каждая пушка 20 дней. То есть все это на ускорах вкачано. Вот такие вот пироги. Все это сделано на ускорах. А вот голды он влил пиксоником или барыгом в свое время, это неизвестно. Ну что ж, давайте, ребята, на этом прощаться. Вот такие вот у нас дела. 1 можем прокрутить. Давайте прощаться. 2 часа стрим, как и обещал. 191 человек под конец стрима. Очень приятно. 7 голды. Отлично. Хреновый маляр пошел в туалет, и он придет, а у нас стрим закончился. Давайте быстренько маляру поставим смайлик, писающего мальчика, заспамим чат и уходим. Уходим, ребята, в туман, за облака, скоро увидимся. Я думаю, что стримы буду делать, какие-то там обновления обсуждать, новости, если хотите, что-то такое обсуждать будем. Ну а просто обычную игру мне легче снять на видео и идти в семью. То есть я не могу тоже вот сутками с вами сидеть. Но я надеюсь, что покупка компьютера, она делает качественные стримы теперь, да, как бы картинка качественная, и всякое сообщение здесь в чате хорошее высвечивается, и всякой такой интересности вот тут висят. Я думаю, ребята, прикольно, да?
чтобы появился компьютер, братухи. Спасибо моим подписонам, они мне подарили компьютер. Спасибо еще раз всем. Ну, а теперь, ребята, я прощаюсь. До новых встреч, спокойной ночи. Сегодня не забудьте взять яйцо и разбить его об телефон. Это у нас типа мангустовая оплеуха. Ну, я пошутил. Все, ребята, спасибо вам, ребята, что топчик, Богдан, Зайка. Все подписывайтесь на канал. Можете взять, например, ссылку. Вот здесь есть под стримом ссылка. Поделиться, нажимайте кнопку, там будет ссылка. Можете ее скопировать и повесить где-нибудь этот стрим, если вам не в тягость, например, на своей страничке или в какой-нибудь группе проспамить. Тем самым больше народу ко мне придет, больше народу нас смотреть будет. И будет приятно, что такая большая семья Воробос будет. Еще, кстати, в игру Воробос могут прийти люди новенькие, если вы будете кидать, например, где-то в других играх ссылку. Но смотрите, чтобы вас не забанили. Это будет тоже такая вот помощь моему каналу, да и нам всем. А теперь я нажимаю кнопку «Остановить запись». Спасибо всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. И побольше вам деталей хаечи. Всем, ребят, пока-пока.